Салам алейкум, пацаны! Вы находитесь на канале Дистри. Ну и сегодня, как и я говорил, выбирали в телеграм-канале участника на прокачку, где я, скажем так, постараюсь выбивать вам события. А события сегодня, конечно же, это у нас маховик, фолиантовый маховик. У нас на счету 2200. Посмотрим, сколько мы сможем выбить с этих алмазов. С вас просто лайк, подписка, колокольчик. И есть также хочешь участвовать на моих прокачках, да? Также элементарно, просто возьмись прямо сейчас. Подпишись на мой YouTube-канал, обязательно прямо сейчас. Поставь лайк, колокольчик и подписывайся обязательно на мой телеграм-канал. И на телеграм-канале я выбираю всех участников. Ну а также не забывай после видеоролика заходить все на мой стрим. Именно на стримах я играю с подписчиками. Каждый раз мы создаем код команды. Вы заходите и можете со мной на YouTube поиграть, да, в рейдинг или КБ. Помогу вам подняться. Ведь я за один день уже поднял почти мастера, 5 звезд, друзья мои. Это не за, за 2 дня, где-то так. Так что, если хотите, могу вас побустить. Вот. А также у нас на стримах выходят стаканчики. И именно в этом стаканчике, в каком-то из этих каких-то стаканчиках, в одном из них, находится топовый аккаунт. На стримах вы выбираете и открываете стаканчик, открываете, да, и забираете сегодня. Не сегодня, а завтра на стриме, возможно, берете аккаунт. Фу, бежал, одышка замучила. Погнали, ладно, братва, не будем долго тянуть. Получается, события. Он, походу, уже крутил, да? Да, уже он, походу, крутил. Уже выбил, короче, вот это вот событие выбил, вот это вот. Короче, выбил, короче, он, грубо говоря, трон, выбил гранату и выбил, короче, доску и рюкзак. Осталась стенка, эмоция и калаш. Попробуем, посмотрим, сколько мы с этого всего выбьем. А вам советую всем поставить лайк и всем приятного просмотра. Погнали, тянуть не буду, погнали. И давайте начнем. Я уверен, что мы сейчас выбьем все. 2200 алмазов, я уверен, хватит на все. Чтобы забрать сейчас у него все, что у него нету. Я уверен, братья. Поехали. Смотрите. Проверяйте. 100% 2200 должно хватить, чтобы забрать у него тут все, что у него осталось. По-любому, друзья мои. Вот это 100%. Я уверяю, что мы забираем, прям все забираем. Вот 100%. Угу. Хорошо. Поехали дальше. Поехали дальше. Давай, по красоте. Давай, по красоте. Ага. Ага. Да. Угу. Пока не убиваем, да? Пока не убиваем. А вот сейчас пойдет уже жестко. Давай. Ну, по-любому должно. Есть. Калаш есть. Первый калаш есть. Хорошо. Калашик есть, друзья мои. Это очень хорошо. Это прям бомбово. Калашки забрали. Четко. Ха-ха! Калашик забрали. Что, сказка? Ну, сказка? Че? Забрали? Забрали, поехали дальше. Поехали дальше. Сейчас должен забрать стеночку. Давай, стенку. Или эмоцию, по-братски. Давай. Не жлобся, не жлобся. Не... Ладно, сейчас пускай пока заберет алмазики. Пока пускай заберет. Забирай. Давай. А вот сейчас обязательно выпади. Вот сейчас обязательно выпади. Так, рюкзак падает. 5. 3 нормально. 1 мало. 2 пойдет. 3 хорошо. 1 мало. Блин. Маловато. Давай еще. Забираем по-любому, друзья. Мы заберем по-любому тут все. 100% заберем тут все, братцы. По-любому. Я уверен. Почему-то я уверен. Прям на 100% я уверен. Почему-то не знаю, брать. Может, меня подводит чуйка? Может, меня чуйка подводит? Давай. 2, 3, 1, 5, хорошо. 5, хорошо. Есть! Еще! Есть, забрали. Все, что нужно, забрали, братцы. Все, изи. Все. Все, что нужно, братья, мы забрали. Это что мы сейчас делаем? Мы с обмениваем. Эмоцию обмениваем. Забрали. И, получается, забираем стеночку. Все. Все, что есть, мы забрали, друзья мои. Максимально все. Бомбово? Ну, не сказка ли, друзья мои? Ну, вот скажите, ну, не сказка ли? Крутим, пробуем, может быть, выбьем еще мотоцикл себе? Ой-ой-ой-ой-ой, как это было близко. Как это было близко, а? Ай-яй-яй-яй-яй, как это было близко. Да ну, ну так не... Ну так не интересно, ну какой, ну ты че? Ну ты чё, братишка? Ну ты чё? Ё-моё! 99, братья, не хватает. Чуть-чуть не хватило. Ёшкин-матрёшкин.
Ладно, друзья мои, нормально, я считаю, бомбово. Подписывайтесь на канал, переходите все прямо сейчас на мой стрим. Алло, а что такое у меня, братья, вы не знаете? Вот у меня вроде бы камера хорошая, да, а я его так ставлю. Во! Во, четко же, да, вот так вот, во, четко. Так что заходите на мои стримы, кайфуйте, участвуйте. Прямо сейчас заходите на мой стрим, ставьте лайк обязательно. Ну и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Участника выбрали, прокачали, выбери все, что у него не было. Я думаю, он будет очень рад. Всем добра и позитива. Всем ассаламу алейкум. Всем пока.